И здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня я продолжаю непосредственно мучиться в Depravid. Ну, в общем, я немного за кадром поиграл, выровнял баланс. Свои, как говорится, финансы идет ну, довольно-таки неплохо, плюсик. И что же у нас, собственно говоря, получается? Ну, сейчас меня тут немного покусали. Ну, не меня, точнее, моего жителя. Так, значит, что я здесь непосредственно немного перепланировал. Маленькую, точнее, перепланировочку сделал. Значит, первое, я не стал основывать второй город пока. У меня вот в данном случае я вернул его. Как в прошлой серии я вот здесь вот был, ну там золото, еще чего-то, а медь хотел добывать, но и там даже построился. Но в связи с тем, что я банкротом был уже, наверное, раз уже 10. В общем, второй город решил пока не открывать. Пусть пока повозочка здесь потусуется. Значит, да чтоб тебе, долбанная мышка. Так. Я все-таки открыл непосредственно этот животинку, поскольку ну, у меня две свинофермы, они не справляются с 70 с чем-то человек. Я уже закупаю, мясо уже давно закупать стал. Вот. Далее я построил несколько домов. Ну вот здесь вот в данном случае перекроил, поставил еще одного доктора, потому что к одному очередь, если собирается, то это кирдык. Ну, кто смотрел непосредственно предыдущее мое видео, там видели, да, у меня такая очередь из больных чумой, и видать кто-то когда-то болел, приходил, здесь очередь была, он уходил, его не лечили, он там заражал других. В общем, поставил два доктора. Почему два? Я заметил, что когда здесь зашли двое, и один здесь толпился, в общем, ждали. И очень долгое время проходит, пока этот доктор там вылечивает. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне вот, скажем так, я вот такую фигню заметил. Дальше я здесь домик поставил, знаете, между молотом и наковальней, типа, знаете, здесь... Господи, забыл какой гробовщик, здесь доктор. В общем, те, кто здесь будет жить, в общем, идут к доктору, гробовщику напоследок. Так, здесь у меня, да, здесь алкоголь так и остался. Здесь я сейчас ставлю, значит, буду винчестеры делать. Медь я не стал, в общем, добывать, нафиг я куплю эти, буду лучше плитки закупать. Ну, они, конечно, дорогие, они там по 50 с чем-то. Одна, по-моему, ой, или 5 плит, по-моему, по 50. Одна или 50. Но с учетом того, что у меня есть плюс, хороший причем, и вдобавок я продаю, в общем, одежку, в общем, все, что у меня есть, там, этот, уголь, железо я вот сейчас это вот отнесу на склад, и я сюда еще железо 50 штук поставлю, чтобы продавалось. И все-таки вооружу сегодня отряд. Дальше здесь такой поставил 4 туалетика, как и в предыдущей серии. Для того, чтобы... Ну, потому что насрали, сволочи, здесь пришли. Короче говоря, насрали, пока не было туалета. И ушли куда-то. Ну, конюшню я вот сюда перенес. Итак, давайте, значит, я запущу. И мы с вами сегодня посмотрим непосредственно, как будет у нас вооруженные, значит, жители и как они себя поведут. Ну, возможно, в этой серии, конечно, они не будут там прям, знаете, дуэль устраивать, но я все-таки надеюсь. Так, почему у нас... Зашибись, у нас здесь никто не хочет. Ну, а тогда надо им управить. Пусть относят. Да, еще меня вот на самом деле... А, о, коровка все-таки появилась.
Потому что вначале вот так, что у нас тут? Вот, пиздюк взял и помер, пришел к доктору и помер. Вначале непосредственно здесь работник приносил воду, потом, значит, эту пшеницу выносил, коровки еще не было. Я так думал, что возможно, мало ли, ну, разработчик еще, как говорится, не ставил коровку. Но оказывается, да, вот коровка у нас появилась. Корова, причем дружелюбная, да, у нас дружелюбная корова. Как в рекламе про какой-то шоколад было. Так, я непосредственно вот до 34 довел этих жителей. А сейчас я думаю еще вот два поставить и сюда еще переселить. Потому что они как бы хорошие довольно-таки, ну, прирост дают. То есть здесь два всего лишь могут поселиться, а здесь селится три уже. Ну и естественно больше денег приносят. Но я в этом случае чуть-чуть перестраховываюсь по одной простой... Так, а где у меня доктор? По одной простой причине... То, что как только, если вдруг что случится, как вот у меня чума пошла и начнут мрут, как муги, то вот эти домики, они как только вот эти трое помрут, сразу же очень большой, сразу в минус пойдете. И вот как я в предыдущих сериях, из-за этого я, в общем-то, уходил сразу моментально в большой минус, потому что у меня вот эти сволочи помирали, и вот эти давали не такой большой приток денег. Ну, всего 20, а там 36, уже на 16, да, у меня была разница большая. Так, когда меня достроят этот винчестер? Я хочу винчестер. Да, я уже закупил медь. Я, может быть, забыл упомянуть об этом, но медь я закупил. Ну, там две штуки осталось. Вообще, я не понимаю, куда у меня медь девается. У меня две штуки. Я закупил, на самом деле, их штук 15. Куда она делась? Блин, вот хрен. Ну, непонятно пока. Ну, надеюсь, у меня, как говорится, будет в сегодняшней серии, будет время разобраться в этом. Так, давайте ускорим. Чуть-чуть, видите, подлагивает, но ничего страшного, я думаю, комп у меня справится. Да, спасибо те, кто непосредственно мне помощь. Оказалось, значит, вот здесь справочка, значит, процентики, проценты идут, ну, показано, так, сколько чего собрано, значит. И в конце видео я выведу непосредственно весь, ну, буду выводить списки тех, кто непосредственно помогает. Такой, знаете, титры пойдут в конце серии, пойдут титры, и, значит, с никами, именами людей, кто, в общем-то, мне помог немного, но уже я хотя бы... там не помню, 100 рублей, 103 рубля или 100 рублей, не помню. Ну вот, по чуть-чуть, как говорится, и возможно я потом еще добавлю и быстренько перекрою свой комп и начну уже в хорошем разрешении, ну, поставлю более графику получше, и у меня будет как раз комп это все обрабатывать. Так, сейчас он у меня сохранить. Сохранить. Пока никаких обновлений от разработчика еще не было. Я думаю, что он и вряд ли будет сейчас обновлять, да, вот, ну, для тех, кто представляет как бы игру. Пресс-демо вряд ли, может быть, ну, вряд ли, я думаю, глобально какие-то сейчас будут изменения. Осталось не так и много времени до выхода, в общем-то, игры. Там, что там, всего там чуть меньше месяца. Или две недели, да, 5-го, по-моему, она выходит июля. 20. Ну, неважно. В общем, очень мало осталось до выхода игры, и я думаю, что как раз все вот эти глобальные такие новшества разработчик, скорее всего, прибережет на уже в релиз. В релиз для того, чтобы, да, анонсировать игру с какими-то новыми фишками. Я все-таки, я вот жду, когда этот поезд заработает. Вот представляете, как, ну, я уже говорил на предыдущих видео, что разработчик говорил, что будет,
что можно будет поставить станцию, что будут приезжать на поезде. То есть сейчас приезжают на лошадях на, к нам жители, да, добавляются как жители, а будут на поездах приезжать, останавливаться, кто-то там в салон будет ходить, кто-то, ну, просто гулять, кто-то будет у нас оставаться жить. Я так понял, что если, ну, будут, если приезжать, то здесь, скорее всего, будут какие-то разборки между местными и приезжими. Как-то прозвучало, на самом деле, туристами. Вот. Так, коровки у нас есть. Вот интересно мне, сколько даст мне одна коровка, если ее забьют. Потому что свинка, по-моему, дает всего лишь одну. Так, ты... Блин, они так и не унесли, что ли? По-моему, вот одна свинка, по-моему, дает там одно или два мяса. А, по-моему, одно. Что-то такое было. Вот я надеюсь, что коровка будет, ну, как минимум, хотя бы два мяса приносить. Иначе придется еще ставить вот эти фермы, потому что, ну, 70 людей, вот, по крайней мере, двумя фермами не прокормить. Ну, вот, может быть, еще коровы нам, коровы. Вот, да, я бы вот хотел, не знаю, может быть, разработчик в дальнейшем это сделает, ну, чтобы коровы не только мясо приносили, но и молоко. Согласитесь, было прикольно, да? Помните, как бульвар... господи. Не бульвар, бульвар Капуцинов, да? Там мистер Фёрст, да, приходил, мне это, молоко. Молочко заказывал. Так. Или я путаю это назад в будущем. Ну, если что, комментарий, как говорится, оставьте, может быть, как говорится, вместе вспомним, из какого же это фильма. Да, когда главный герой заходил и заказывал молоко. И все на него так смотрели, типа, чё, блин, что это за хрень? Сударь, мы... Пьем виски, а ты молоко. Так, у нас минус. А, ну минус у нас так и будет идти. Так, здесь у нас... не, нафиг тебя. Ты иди в жопу, блин, со своим револьвером. Так, достроили. Ну, наконец-то, все. Вот, сюда мы выставляем мечетер. Да, еще вот такая, блин, не очень хорошая вещь. Как только перезагружается игра, он снова становится на кольт. Не револьвер, а кольт. А при этом, да, я вот выбрал винчестер, и по идее, если я должен сохраниться, да, перейти, и он должен как бы на винчестере, но почему-то он снова на кольт уходит. Не знаю почему. Так, куда пропало у меня это? У меня есть хоть одно оружие или нет? Ни одного оружия. Странно, а здесь почему-то эти не высвечиваются. Где тут оружие? Нет оружия, только драгоценности. Ну ладно, драгоценности, тогда драгоценности. Так, но я все-таки куплю. Так, у нас тут что? Так, мяско это принесут. Железо, я же железо, железо, да, мне нужно продать железо, еще полтинчик я хочу полтинчик железо, да еб, так, продаем, в общем-то у меня всего хватает, у меня в данном случае, как вы видите, в эти металлические, они изготовляются, ну вот единственное, что не хватает, сейчас работники быстро прибегут, значит, сделают так, а то вы, да, здесь хватает, здесь хватает, ну сейчас они, и у меня, как вы видите, я не показал, здесь с деревом у меня беда, осталось только вот здесь очень далеко, то есть пока они доходят в лесорубы, то есть туда-сюда пока они ходят, занимает очень много времени, и поэтому бревна поставляются не так регулярно, как хотелось бы. Даже, видите, он уже здесь вырубил. Не так хотелось бы, как регулярно, поэтому у меня проблемы сейчас с досочками.
с досками. Но я надеюсь, что это временно. Так, и ну здесь ему хватит поурбать. Да, здесь у него как раз есть поле. И снова, да, вот когда есть живность, я не хочу на самом деле здесь вырубать. Все-таки ну, как-то хочется сохранить некую живность. А потом на нее, короче, натравить охотника. Вот, вот такой я вот злой. Так. Ну. А, ну тут у тебя еще есть с кем. С кем, как говорится, повоевать. Так, коровки размножаются. Это хорошо. Это, ох ты, сколько ж у нас. Да ладно, у нас столько свинюшек. И этот козел у нас не забирает, что ли? Как-то он странно. Столько. А, у него был переполнен склад, вот, да, и он поэтому, собственно, не забирал, и у нас скопилось очень много свинюшек. Вот он, свинюшечку. Оп. Видите, да, он просто подошел к ней и пошел. А, она за ним, как собачонка, бежит. Вот прикольно, да, если бы в жизни так. Живность, да, свинили. Коровы так на убой ходили. Подошел, а она за тобой бежит и радуется, что ее сейчас горлышком. Точнее, по горлу. Это ножиком по горлышку. Так. Все, я сейчас. Мне надо срочно. Ай, блин, не то я сделал. Сейчас, секундочку. Так, это я отменю сейчас. Я забыл, мне надо закупить. Где у нас вот медь? Мне нужно 13 меди. Так. И давайте мы какого-нибудь чудика я назову в честь. Так, где? Блин, вот опять же, да, вот куда было 2 меди, куда она делась? Либо разработчик еще и не сделал эту функцию, возможно. Ну, сейчас все-таки проверю. Так, и я хотел на самом деле одного чудика назвать, ну, как себя. Да, напишите, если кто хочет, да, назвать, я могу вот переназвать в честь вас, короче говоря, какого-нибудь жителя. Так. Этот у нас пойдет. Да, пойдешь у нас, будешь этим чуть-чуть получше, мы тебя перенаправим. Будешь у нас за жителем. Так, ну давайте я сейчас выберу кого. Да, вот этого, наверное, и выберу. Блин. Так, сейчас секундочку. Так, сейчас, секунду, что-то у меня. Да ёб твою идти, а. Ну давай ты быстрее за это. Да ладно, это что, меня подвес, что ли, он? Так, нет, все, все, вроде. Да, заработал. Так, где у меня тут? Я вообще думал, знаете, кого взять? Вот, наверное, инструментщика. Да. Да, инструментчик, в общем, не воюет. И даже нет, подождите. А, во, давайте я. Так, а у меня что, их две? Вот ты ж, блин.
Вот она у меня куда девалась, медь. А я что-то, блин, тормознул. Ладно, значит, мы этого не надо. Нам, значит, этот... Все. Так, и... Так, так, так. Так, этот... Да, сваливай. Так, первое. Я все-таки хочу вооружить. Давайте вот в данном случае охотник, ну не охотников, а лесорубов. Они ходят бедные без значит, ружья. Значит, это первый будет у нас с ружьем, с винчестером точнее. Этот у нас будет, ну, второй. Ну. И вот этот будет у нас третий. Как только они заберут, значит, винчестер, мы с вами посмотрим, ну, просто понаблюдаем, да, за тем, как он получит, в общем-то, или не получит в руки автомат. Угу. То есть ты пока у нас вот так вот, да? То есть ты пока ничего не... Угу. Куда он идет? Давайте. А, он в туалет. Понятно. То есть получил автомат и обосрался. Так, ладно. Угу. Хорошо, давайте сейчас чуть-чуть, сейчас время пройдет, пробежит, мы его и как раз с вами обнаружим. Как он хорошо, либо нехорошо обостроился. А, я, да, я еще, видите, поставил два кладбища. В связи с тем, что на одном у меня было очень много, большое скопление, и просто уже не помещали, с учетом того, что у меня чумой многие болели. Померли, и, в общем, забилось, я его снес, тем самым сносятся те, кто кого захоронили, и поставил просто рядышком, чуть-чуть по-другому расположил, чтобы два кладбища вместились. Так, давайте. Во. Та-дам! Ребята, мы одного вооружили. Вот наш житель, первый житель у нас с винчестером. Ну, вот этот, скорее всего, может быть, второй. Нет, нет. Вот. Так что у нас уже три жителя. Непосредственно они вооружены. И в случае чего, нападение какого-либо животного, они уже не кулаками будут драться, а уже будут непосредственно стрелять. И это крутяк. Это крутяк. Так, он идет за... Ты за одежечкой бежишь? Да ладно, у тебя нормальная одежка. Вон, еще, блин, носить и носить, а ты уже одежку пошел тырить. Ох ты ж. Ну да, получил в руки оружие, решил примодниться. Ну что ж, хорошо, слушайте, вот как я и вам и говорил, что у нас теперь можно вооружать непосредственно наших сотрудников, ну, жителей. Но, опять же, ну, всех не всех это вам уже решает. Как вы видите, это только, значит, вручную это все, значит, делается. Вы можете, ну, каких-то вот, например, да, ну, вот я, например, лесорубов, да, собственно говоря, поскольку они ходят везде, да, что-то там бывают, и не всегда могут постоять за себя. Так, вот еще одного сюда. Дальше мы давайте еще... Кто-то у меня еще тут, я не помню, был. Ну, вот этих вооружать, да, нет смысла. Вот каждого. Давайте мы еще... Да, доктора вооружим. Ну, мало ли у него какие проблемы возникнут с пациентом. Может, псих какой-то попадется. И давайте пастора. Ну, пастор, он должен быть... Не только словом, но и делом. Так.
Все, сейчас у нас... сейчас у нас как раз людишки приехали. Нас должно еще больше появиться жителей. Так, что нам привезли? О, 13. Замечательно. Значит, мы сейчас... Сейчас еще винчестеров наделаем. Или что это у нас? Винчестеры, по-моему. Да, винчестер. Так, здесь, конечно, еще... долго она строится будет. Ладно, ничего. Так, камушки вы уже отсюда убрали, да? Молодцы. Так, идите тогда сюда ко мне. Ты уходишь сюда убирать. А второго я отошлю, наверное... А где тут поблизости есть какой-нибудь? Залежи. Нет, залежи. А, вот здесь камушки есть. Вот. И вот этого давай мы тебя вот сюда отправим. Вот уже плюс 205. Ну, как говорят, долго мучиться, да что-нибудь да получится. Ведь я долго помучился. В раз 10 так. В нули. Не, сейчас вот выправил немного уже игру и показал. Наконец-то я рад, что я показал, как что можно в этой игре вооружать непосредственно. О, фермерша, давай-ка мы тебе тоже нечесть отдадим. Будешь у нас такая. Да, Зена воительница. Так. Странно, вот, вы знаете, я почему-то... А, они винчестер, видать, сразу разобрали, и я не увидел на склад. Да, они еще, видать, на склад не доносили. Думаю, почему не доносили, оказывается, эти же забрали. Так, а что у нас вообще эти? Так. Так, где ты? Так, вот интересно, он... вступит в какую-то схватку, например, если на него нападут... Ну, нам, я думаю, здесь окошечко, да, появится непосредственно уведомление об этом. А, вот медвежонок. А медвежонок у нас как раз на пути. Вот. Все, мы сейчас вот за этим быстренько посмотрим. Может быть, он как раз нам завалит медведя. Так, а если мы вот так вот ему сделаем? Давайте, нет, давайте защищаться ему. О. Нет, ты не хочешь стрелять? А, то есть тебе надо... Ага. То есть я так понимаю, тебе надо сказать, чтобы ты стрелял. И тогда ты будешь стрелять, а не пугаться. Или как? Или где? Интересно. Ладно. Ну, в общем-то, давайте вот на сегодня, как говорится, серию мы такую закончим. Вот. Вооружили мы с вами, как уже я говорю, да, уже всех лесничих и плюс мы фермершу. А, давайте мы еще вот фермерша здесь, по-моему, здесь есть. Тоже ее вооружим. Или, может быть, кто-то предложит, может быть, фермершам сделать кольты, да? Ну, такая. С кольтами будет ходить. По бокам навесит и будет, чем с винчестер. Винчестер все-таки он такой тяжелый, да? И не всегда, может быть, ей будет удобно съедать. Давайте вот кольт мы сделаем и вооружим, наверное, все-таки этих фермерш кольтами. Ну, дальше я, в общем-то, план у меня такой. Это достроить все вот эти вот приблуды, да, непосредственно, которые еще пока не достроены. И дойти, и выходить уже, точнее, основывать уже, закладывать новый город, добывать рыбку. Рыбу и уже открывать непосредственно торговцев, да, более такого продвинутые жители.
И это мы с вами уже увидимся в следующей серии. А на сегодня все, пока. Пока.